10 лет назад в Чебоксарах появился Институт территориального общественного самоуправления. Одним из первых в городе организовали ТОС «Звездный». О том, как изменилась жизнь микрорайона с момента его создания, узнавала моя коллега Галина Титарчук. Татьяна Тихонова руководит ТОСом «Звездный» с самого его основания. Под ее началом 36 многоквартирных домов. Территория большая. Признается, начинать было непросто. В конце мая у нас в этой школе прошла конференция, на которой мы выбрали 13 человек совета ТОС. Рассказали людям, что такое ТОС. Ну, пришли с администрации, конечно, мы еще толком не знали, как это, что будет. Но инициативные люди нашлись. ТОС стал частью системы местного самоуправления, связующее звено между жителями и властью. Самые насущные вопросы адресуются чиновникам и депутатам. Самая основная наша работа, конечно, это взаимосвязь с жителями и с администрацией города, с администрацией района нашего, с депутатами. Инициатива всегда шла от народа. Вот что хотел народ, это мы доносили до администрации, до наших депутатов, чтобы была комфортная среда, чтобы нам было приятно жить, приятно общаться с соседями. И вот одно из, конечно, вот вовлечь побольше людей в активную жизнь двора. Большинство из того, что удалось сделать за 10 лет, сделано именно по инициативе и с непосредственным участием самих жителей. К примеру, несколько лет назад вот эту заброшенную территорию удалось превратить в настоящую аллею искусств. Отремонтировали дорожки, тротуары, установили скульптуры, новые лавочки, светильники. Совсем недавно обустроили и спортивную площадку. Живу здесь с самого рождения. Я не понаслышке знаю, как детям здесь раньше было грустно. Когда они ходили, здесь был просто пустырь. А сейчас мы здесь можем гулять, можем веселиться, можем заниматься спортом. Именно тосовцы организуют встречи с депутатами, проводят субботники, навещают ветеранов, устраивают спортивные праздники для детей. ТОС – это очень хорошо. Мы вот как-то в одно время будто бы заснули. Мы ведь дети советских времен, советского воспитания. Кто-то у нас был, начинали с октября, потом поступали в пионеры, комсомолы, в партию и так далее. Мы всегда как-то жили, выполняли общественные работы. А в одно время как-то мы потерялись, а вот все нашли, активизировались, работаем. 58 ТОСов только в столице. Серьезная двигающая сила. Всех их объединяет одно – любовь к родному городу и желание сделать мир вокруг себя лучше. Галина Титарчук, Расиль Мухаметов, Республика.